Да. Это огромные деньги. Спасибо. Громадное спасибо тебе. Мемелян 666. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здрасте. Подскажите, а почему, по вашему мнению, четвертые герои умерли? Хотя в теории они как база для развития более продвинуты, а третьи вот живут и здравствуют. Да потому что четвертый герой, блин, опять же, я же сегодня обещал не обзываться. Блин, ребят, вот вы опять байтите меня, вот, ну зачем вы это делаете? Я сегодня хотел стрим на позитиве, а вы то одно говно, то другое, блядь, ну ебаный рот. Я же хотел сегодня не материться, не обзываться, блядь. Позвести нормальный стримчик, добренький стримчик такой, спокойненький, размеренный, без вот этих всех историй. Так, ну ладно. Спасибо тебе. Во-первых, проблема четвертых героев, там мультиплеера нету, да, хорошего мультиплеера, хорошего редактора карт. Тяжеловато вышли они, как бы тяжеловато критиками изначально воспринялись, они еще были оптимизированы плохо на старте. Как-то не пошло, не поехало. Может быть, не в том направлении как-то двигались разработчики в сторону какой-то графики, каких-то юнитов, которые сами по себе бегали. Может быть, это было слишком много изменений, слишком много на тот момент. Не знаем, не знаем. К сожалению, четвертый не зашли. Хорошая игра, хорошая, да, определенно. Но, видимо, не для всех. Видимо, как-то не зашла. Третий герой считается бессмертной классикой. Четвертый вот как-то выпали, можно так сказать. Спасибо большое. А по поводу того, что я до этого сказал, это шутка. Так, денежку взял.